Искусство наши души, искусство наши души. Что же теперь? Скользят и идет по пятам. С вами тут, с вами там. Эй, не выжат таких высот, чтобы мы не зашли. Наш творческий путь далек, и мы собрались дали. Но ты, да ты, уже с нами мы точно знали, что ты, да ты, загружали на сердце пламенем ты. И так незаменим ты, да ты. Передай остальным, что теперь мы вместе и мы рядом. Мы вместе и мы рядом. Мы вместе и мы рядом. Почувствуй, как себе горяча. Почувствуй, как себе горяча. Почувствуй, как себе горяча. Это не дает нам включить искусство нашей души. Искусство нашей души. Искусство нашей души, искусство нашей души, искусство нашей души, искусство нашей души. Один из нас, ты 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 один из нас. Ваши аплодисменты, друзья, давайте сейчас поэпитируем, как громко он будет встречать всю колонну молодежь аппарата творчества города Красноярска. Аплодисменты один из лучших и самых талантливых представителей молодежи города Красноярска. Отдельно отметим, что здесь с нами сегодня также лауреаты премии «Колонн города» молодым талантам и также выпускники, медалисты красноярских школ. Ну что, теперь мы абсолютно точно готовы. Готовы к тому, чтобы встречать главных, одних из главных героев сегодняшнего дня. Это участников молодежного парада творчества. Такими дружными аплодисментами продолжаем встречать. Итак, команда начинает движение, они приближаются к нам. День города, 388-летие Красноярска. Впервые в городе молодежный парад творчества. И открывают его, открывают парадное шествие красавицы, отличницы, активистки Красноярской Мариинской гимназии. Группа барабанщиц, задающих ритм и темп всего парада. Кстати, вчера в гимназии прошел выпускной, с чем мы их безусловно поздравляем. А сегодня девушки уже отмечают День города вместе с нами. Уже 288 лет на живописной семитетских берегах стоит наш город. Растет все леса и богатей. Легкий район, существует людей, которые все, и которые потом что-то молодые, но и пусть друг друга вас встречает на улицах города. 2 миллиона не за горами. Головная фигма молодежного творчества «Жар птица своих крылов», сохраняющая земной шар и символы творчества.
Красноярске дружно живут представители более 150 национальностей. И особое слово благодарности и место уважения гостям Сибирской земли, участникам 5-го Красноярского музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приветствую представителей национальных объединений «Виват Дружбы». В национальных традиционных костюмах и с народными инструментами в руках проходят представители бурятской, казахской, кыргызской, узбекской, таджикской национально-культурных автономий. Енисейские просторы стали родиной для сотен тысяч украинцев, белорусов, чуваши, поляков, латышей и других талантливых и трудолюбивых народов. Армейско-спортивный клуб «Защитник» Железнодорожного района справа песни поддерживает музыкальные темы парада и демонстрирует все свои уникальные умения. Клуб работает уже 16 лет и воспитывает настоящих мужчин. Музыка города в наших сердцах и развивись молодежного парада творчества. Но молодежь без поддержки и примера взрослых не готова начинать свой жизненный творческий путь. А потому музыкальную поддержку нам сегодня оказывает Красноярский духовой оркестр под руководством выпускника Красноярской академии музыки и театра Ильи Бобова. Сегодня с вами курсанты Сибирского юридического института. В настоящее время институт передан в ведение МВД России, но сохранил свою специализацию. ВУЗ готовит специалистов в сфере противодействия наркопреступности. Достижения курсантов научной, спортивной, общественной деятельности не раз отмечались высокими наградами. Аплодисменты чемпионам нашим Красноярска и города, и не только Красноярска, но и всего края, которые отмечают преддверие всемирной 29-й зимней универсиады. Это настоящая красноярская сбывающаяся мечта. Часы этого мирового спортивного события уже отсчитывают оставшиеся до главных химических зимних стартов 2019 года время. Лучшие из лучших молодых горожан работают и будут работать на объектах и событиях универсиады. Аплодисменты колонии «Красноярск-2019». Ну а музыка города продолжает звучать. Сейчас вы слышите знакомые звуки диска. Это к нам приближаются все, кого в Красноярске любят и благодарят. Юные бойцы трудового отряда главы города. Каждый год они преображают внешний облик Красноярска, шагая с ним в одном ритме, звуча в унисон с его чистыми улицами. За прошедшее время ребята убрали огромное количество территорий и через движение трудового отряда уже прошли более 90 тысяч людей красноярцев. Музыка города совершенно разная, в особенности, когда в городе много молодых. Встречайте на движущейся роковой платформе группа «Джаггер», чьи запасы музыкальных хитов практически бесконечны. Стиль «Рок» ведут сотрудники компании «Кока-Кола», которые любят и ценят золотые мировые рок-хиты и говорят, что все это работает. Такая музыка очень приятная и совместима. А у директора не нужен, когда молодежь Красноярского металлургического завода дает не за научный советника, а не за научности страны. А вот это, разумеется, какой-то рад без рока и без настоящих байкеров и рок-хитов. Участники несколько красноярских «Кока-Колов». Этот грандиозный концепт приближается к нашей гостевой трибуне, имеется музыкальная стилистика. Стиляги прибыли на парад. Ансамбль «Непоседы» работает в гимназии номер 8 железнодорожного района Красноярска. Студия эстрадного танца «Оля Лукуя», центра детского творчества номер 4 железнодорожного района, создает отличное танцевальное номера уже 15 лет. А студия детского танца «Талисман» не отстает от своих коллег по творчеству. Все эти коллективы неоднократные лауреаты и победители районных, городских и всероссийских конкурсов. Прекрасная возможность для всех взрослых зрителей парада вспомнить вот такое же беззаботное детское время и свою молодость. Ну а к нам приближается еще одна необычная колонна и одна из самых необычных нарядов, один из самых необычных нарядов. Федерация КПР Красноярского края, которая миксует музыкальные стили через ритмы своих барабанов. Сотни молодых людей занимаются этим афро-бородинским национальным боевым искусством, сочетающим в себе элементы акробатики, единоборства, игры. Они выбрали для себя адреналин, молодость и легкость.
Работающая молодежь Красноярского завода «Ярич». «Ярич» гордится своими уникальными традициями производства и созданием качественной продукции. Танцоры клубов «Каприз» Красноярского государственного аграрного университета и танцевальных объединений клуба «Холл» и «Арина» движутся в необычайно притягательном стиле. Вот и федерация «КПУ» и тоже там приближается к нашей гостевой трибуне уникальное бразильское искусство. И опять новое музыкальное направление. Мы встречаем мелодии коллектива, представляющие русскую, сибирскую уникальную культуру. Это, безусловно, не только матрешки, головайки и валенки, но и молодецкое уровень оплата, очарование родных просторов, раздолье полей, могучие несы, пребывающие себе путь к океану сквозь наградных гранитов и паркира сквозь вечно-зеленый бархат тайги. Молодые люди, которые приедут, делают участники лучших творческих коллективов культурного центра на Высокой. Хореографическая студия «Вестники». Приветствую также студентов Сибирского федерального университета. Это будущие экономисты, юристы, математики, инженеры и представители других рабочих профессий. Мы продолжаем и встречаем хореографический ансамбль «Ага» Центра творчества и развития Советского района, школы номер 143. И завершает нашу колонну сотрудники компании Coca-Cola Россия Красноярск, которые приглашают вливаться в их движение, поддерживать активный образ жизни и делать мир лучше вместе с Coca-Cola. Они с радостью будут радовать всех жителей города Красноярска на увлекательных экскурсиях по заводу. Coca-Cola поздравляет всех с Днем города Красноярска! И вслед за завершающей колонной мы приглашаем наших многоуважаемых гостей также присоединяться к молодежному параду творчества и направляться на театральную площадь. Друзья, на этой сцене вас продолжают радовать коллективы Сибирского федерального университета.